Всем привет! Сегодня мы научимся делать вот такого ждуна. Нам понадобится два 260-х шарика и обрезок черного для глаз. Ну что ж, давайте начнем. Растянем. Надуваем, оставляя 6 пальцев, точнее на 70 сантиметров. Делаем пузырь на 12 сантиметров. Два мягких пузырька. Скручиваем. Оборачиваем шарик между ними. Фиксируем. Второй большой пузырь. Третий. Снова два пузырька. Скручиваем. Оборачиваем. Фиксируем. Маленький пузырек. До первой пары пинчи. И обратно. Четвертый большой пузырь. Располагаем на одной линии и вот так поправляем, чтобы все пузырьки были в одной плоскости. Здесь делаем петлю. Опять пальцев. Второй шарик надуваем также. Пузырь на 10 сантиметров. Мягкий продолговатый пузырек. Скручиваем, фиксируем. Вот так расправляем. Пузырь на 3 пальца. Оборачиваем вокруг шеи. И вставляем его в петлю. Поджимаем. Вставляем между пузырями. Делаем руку. Вторую. И тоже вставляем между пузырями. Делаем два маленьких пузырька. Оборачиваем вокруг шеи. Это воротник, чтобы голова не болталась. Идем вниз, скручиваем, примеряем, делаем петлю. И
и одеваем ее на пинчи. Чтобы приподнять голову, немножко опустим воротник назад. Для глаз надуваем маленький пузырек. Делим пополам. И связываем каждую половинку. Вот такие ждуны у нас получились. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.